Всем привет! Погоняем в игрушку под названием Fallout 4. Первые две части были просто шедевральные. Третья вообще была непонятно про что. Полная ерунда. Посмотрим на четвертую часть. Как она будет играться. Разработчики совсем другие. Не те, которые делали первую и вторую часть. Что тут есть? Режим Fallout, всякие тут каскадерские скачки с вылетом персонажа. Быстрая игра. Гонки, трюки, арены. Все это можно быстренько запустить, сыграть. Куча трасс. Режимы, бойня, натиски на время. Трассы закрыты, надо сначала все пройти. Постепенно тут многопользовательская игра. По параметрам. Настроек просто тут вообще минимум какой-то. Выбор единицы, измерение скорости, километры, там мили. Минимальный набор настроек графических. Весь экран, частота, вертикальная синхронизация. Можно выключить, можно поставить режим B. Будет тогда 30 кадров стабильно максимум показывать. Тени отжирают графику, в смысле производительность видеокарты. Частицы отжирают. Маленько тут настроил, чтобы было поплавней. Тут музыка, элементы управления. Ну и тут для настройки контроллера. Погнали, поиграем в карьеру. Добро пожаловать в режим карьеры. Купите свою первую машину. И первая машина — ведро. Самая настоящая ржавая. Грасс Пойнт. Ну какой-то он называется. Цена 10 тысяч. Остальные закрыты. Характеристики у машины всех разные. Разгоны, ускорение, управление, прочность. Тут прочнее. Сила удара. Это малютка, ничего нету, кроме максимальной скорости. Внизу еще машины есть. И классика, звездные. Так, тут что в дебри? 9 машин, здесь 9, тут 11. Тут уже поинтереснее идут со всякими лопатами, с насадками. Снегоуборочные какие-то тут. А какая цены-то? 30, а у меня где 10. 32, значит, на это вообще не хватит. Эти уже по 50, самые первые. По 85, ну ладно, придется что-то из этого убрать. Максимальная скорость и разгон. А давай дебри. Дерби. Гонка, гараж. Осталось 3000. Что можно в гараже сделать? Посмотреть машины. Купить, наверное, новые тут можно. Сменить машину. Модернизация и тюнинг. Это что? Почему это? Мне кажется, это одно и то же. Тюнинг и модернизация. Вам нужно преимущество на гоночной трассе. Модернизируй свою машину здесь. Тут
разблокировать всякие скины, визуальные эффекты, система впрыска азота, новые звуки гудка. Модернизация. Шасси 200, 300, ну тут вроде не сильно такие цены. Прибавка, ага, вон, сила удара, если поставить шасси, прочность, разгон. Так, тут, наверное, на все не хватит, 3000. Триста. А до скольки она тут прокачивается? Уже три полоски. И четыре на белом стола. Все, четыре, значит, максимальных улучшения. 200 выхлопная. Выхлопная действует на разгон. Разгон — это хорошо. Будем максимально разгоняться. Двигатель. А еще не мешает нитроускорение. 400. Все, деньги слиты. Тут тюнинг, посмотреть раскладочки, стальные закрытые. А, типа скин нитро. Интересно. Ладно, хоть красится бесплатно. Все, погнали. Дерби и классик звездная. Три режима. Тут 8 гонок, 8-8. Там везде все по 8. Тысяча кубок. В смысле, за первое место. Второе 750. Третье 500. А остальные, наверное, 0. Кубок для новичков по дерби. Дерби в дребезги. Тут на время какое-то и тут на арене. Посмотрим. Один раунд из двух. Не останавливайтесь ни перед чем на этой грязной трассе сквозь леса. Да, леса были в первых двух частях. Полет над картой. Графика выглядит, конечно, получше, чем в первых двух частях. Ой-ой. Ой, куда понесло? Что за хрень? Какая-то непонятная управляемость у машины. Стоять. Что-то мне не нравится производительность. Частицы тени. Тени понизить надо. Можно фильтрацию тоже. Пятидесяти кадров что-то нету. Вот это физика. Вообще непонятно.
Турба. О, сразу же улетел. Тут какой-то объезд сделали. Нет, тут что-то вообще с физикой не то. Даже в первой части куда интереснее было. Вроде бы есть какая-то физика, но вообще непонятно. Не чувствуется машина. Может, надо подольше поиграть, вот тогда лучше будет. Стоять. Нитро копится только лишь, когда что-нибудь сшибаешь. Едь быстрее. Хорошо, нитро можно всегда газануть. Да нет, что-то тут на кочке вообще неправильно подкидывал. Да как тут управлять? Вообще не ее подкидывал. Хрен пойми как. Не разгоняйся. Давай, первый. Блин, а как другие будут машины ездить, если на этой сложно управлять? Может, наоборот, другие будут машины лучше ездить. О, тихо. О, опасно. Подкидывать на кочке как-то вообще не туда, куда надо. А, тут уже еще прочность машины. Он уже почти до половины изломалась. Да конечно. Как будто бы прилипло. Она кувыркаться должна. А никак не ехать на боку. Очень непредсказуемое управление. Может, дальше лучше будет. Посмотрим. Блин. Если понесет, то все. Считай. Уже в канаве будешь. Даже газу прибавлять опасно. Даже вырулить. Шанса не будет, если понесет. Ху, вроде первый. А рейтинг Куба 12 очков. А я знаю, сказал глава чемпионата Фатал. Давайте заставим водителей маневрировать между несколькими колоннами с едкими веществами. Три круга, второй раунд, поехали. Бонусы какие-то.
газу. О, какой тут сарай поехал. А ну пододвинься, пододвинься. Стоять. О, как искрит. Мощно. Оу, поберегись. Резкий поворот. Тут даже эти всякие указатели не спасают, куда поворачивать. Унесет куда-нибудь. И все. Вот куда ехать? Направо или налево? Блин, мне вообще это не нравится машина. Между всяких тут какие-то бочки здоровенные. Три круга. Почти 200 километров. Обалдеть. Таскают вообще ужас. Опасная трасса. Всюду этих куча углов, куда можно въехать. Не гоним. Едем первые. Торопиться некуда. Врезаться всегда успеем. Да, конечно, картинка нормально выглядит, но что-то вот по физике управляемости машины далеко от первых двух частей. Оп. Сколько тут искр летит? Будто какая-то там идет сварка. Кто тут машину поставил? Ее тут не было. А если машину сломать, то, наверное, это уже будет как проигрыш. Что-то прибавить газу. Уже догоняют. Все, управляем.